Друзья, всем привет! В Крыму растет вот такой вот представитель кактусу, ну, кактус опунция, которая, с одной стороны, экзотически выглядит, а с другой стороны, обладает довольно вкусными плодами. Вот сейчас они немножко уже подсохли, но по сентябре-октябре представляют собой такой довольно мясистые плоды, вкусные. Но у них есть одна большая опасность. А именно вот здесь вот на них находятся маленькие-маленькие иголочки. Поэтому никогда не берите их голыми руками, это чревато. Потом замучитесь вытаскивать иголки из своих ладоней. Так что всегда их нужно, если вы решили попробовать это лакомство, собирать в перчатках. Ну или в чем-то, что не прокалывается этими маленькими иголочками. И быть крайне осторожно, когда вы их едите. Ну а так вкусную и в целом, можно даже сказать, полезно. Хотя опунция — это злостный интродуцент, который представляет некую угрозу для местной флоры. Но пока ее высаживают как декоративное растение, и в целом еще нигде не уничтожают, а наоборот размножают. Так что имейте в виду, опунция — вкусный, но опасный кактус.